В начале ноября в Казани состоялся финал 10-го юбилейного открытого республиканского телевизионного фестиваля «Творчество работающей молодежи. Наше время. Бизнес-заман». Порядка 1500 самодеятельных артистов приняли участие в фестивале, признанном продемонстрировать, какими талантливыми и увлеченными творчеством могут быть представители рабочих профессий. В этом году команда «Заинская ГРЭС» в объединенной команде акционерного общества «Татэнерго» в общекомандном зачете заняла первое место. Команда исполнительного комитета Заинского муниципального района – второе место.